редакція. Привіт, це редакція. Сьогодні говоримо із Ганною Позняковою, депутаткою міськради від «Самопомочі». Поговоримо і про політику, і про міські питання, і про особисте. Ганно, вітаю в редакції. Ви дуже яскравий персонаж для одеської політики, і тому було б сумно з вами говорити про якусь одну тему. Адже у вас що на сесії, що на Фейсбуці завжди є думка, чи не по кожній важливій для міста темі, по кожній темі, що відбувається. Тому пропоную такий невеличкий експеримент. У мене є 20 коротких запитань, а у вас є 20 хвилин на короткі відповіді до хвилини. Можна коротше. Але не більше. Договорились. Спасибо, во-первых, за приглашение. Первый раз у вас в студии. Очень приятно. И это новый формат для меня. Немного волнуюсь. Ну, давайте попробуем. Для нас тоже. Спробуем. Будем вместе работать. Отже, міська рада. Скільки людей там працює, скільки просто просиджуєш, Таня? Ой, ну это вопрос, который задают регулярно. Трудно сказать. Если вы говорите о депутатах, да, то здесь уже должны определяться избиратели, как работает его депутат на округе, как он представляет их интересы в сессионном зале. Некорректно было бы с моей стороны говорить о коллегах. Мне кажется, все-таки должны одесситы дать эту оценку. Сколько самое играть у телефона під час сессии? Вы же бачите все. Ну, есть такие, да, которые играют. Количество не скажу. Влада чи опозиція? Хто корисніший для народу? Запеклий опозиціонер чи системний політик при владі? И тут этот полезен. Важна цель, которую он преследует своими действиями. Оппозиционеру всегда тяжелее, потому что хороший оппозиционер, он должен не просто предложить альтернативу, он должен проанализировать действия власти. Если этот проект хороший, иметь мужество сказать о том, что он действительно годится. Если он, проект нуждается в корректировках, внести эти коррективы, обосновать их. Оппозиция работает и за власть, и за себя. Это двойная нагрузка. Але ж, короче, критиковать легче. Критиковать просто ради процесса действительно легче. Если оппозиция преследует цели произвести системные изменения, то сложнее. Письмові скарги та запити чи протести перекриття доріг? Що ефективніше? І то ефективно по-своєму, в зависимості, опять-таки, від ситуації. Где-то там, де не дійснюють депутатські запроси, обращення, виступлення на сесіях, там, телевізійні ефіри, як от у нас зараз. Там дійсно ефективна волна народного гніву, привлечення внимания, возможно, даже, то есть там какие-то митинги, да, довгі. По-разному. То есть в зависимости от того, насколько, во-первых, резонансная ситуация, во-вторых, насколько власть закрывает на нее глаза. Вам эмоционально что ближе? Трудно сказать. Мне бы эмоционально, мне, конечно, ближе все-таки планомерная текущая работа. Но иногда, подчеркиваю, иногда есть ситуации, при которых без митинга не обойтись. У фракції «Самопомочі» наразі у міській раді 5 людей. Чи достатньо цього, аби якось впливати на ситуацію? Ну, ми всі знаємо, звісно, там, мнение політологів о том, що для того, щоб влиять на ситуацію, необхідно мати 30% своєго составу, ну, в представительствах любого уровня. К сожалению, на сьогоднішній день ми не можемо цим похвастатися, но, тем не менее, даже 5 чоловік нашої фракції іноді роблять погоду в домі. Це вот ряд резонансних рішень, і давайте вспомнимо і Краян, і другие, которые мы, возможно, не могли повлиять на ситуацию, но мы могли сделать ее публичной, доступной, понятной для одесситов, привлечь внимание к этой проблеме и акцентировать на тех нюансах, которые, на тех ошибках власти, которые, по нашему мнению, недопустимы. Ви працюєте в депутатській комісії з етики, і зважаючи на те, що час від часу виробляють наші обранці, для мене особиста загадка, що ви там робите у цій комісії, як вона працює, яке останнє якесь корисне рішення там приймалося? Повне названня комісії – це комісія у депутатській етики, законності і государственної регуляторної політики. Так. І основна функція цієї комісії – все-таки законності, государственної регуляторної політики – це ті проекти, які встановлюють ставки місцевих налогів і зборів, то, що регулюється. Регулируется именно на уровне городского совета. Это какие-то льготы, дотации. Что касаемо этики. Не бывают перемены мгновенно. И к этой этике, к поведению в сессионном зале, я сейчас говорю не только о городском совете, давайте возьмем Верховную Раду, там, советы всех уровней, мы придем планомерно. К сожалению, за 25 лет у нас не было публичного управления. Мы не научились публично дискутировать аргументированно. То есть зачастую эти дискуссии имеют эмоциональный оттенок. Сейчас мы этому только учимся, все вместе. Мы как политики
одесситы, как зрители, как избиратели, как те люди, которые через два года там, ну, своим голосованием будут влиять на то, кто будет управлять нашим городом. Какую-то сказать о том, что есть какой-то толк от комиссии по депутатской этике, я не могу, но по одной простой причине. Никаких санкций к депутату-нарушителю не предусмотрено законом о местном самоуправлении. Традиційний конфлікт мера проти губернатора в Одеському регіоні, він вже став класикою жанру. Чому так відбувається у нас, ваша думка? Происходит это по одной причине, это перераспределение сфер влияния, то есть это какие-то личные амбиции, обиды, дележ сфер влияния, то есть это, мне кажется, основная подоплека этого конфликта. Ну, в деяких регионах, например, Харков, там знаменитый є приклад, коли довгий час був альянс між мером та губернатором, и у них все було добре. Чому не виходить в Одесі плідно працювати разом? Я вам скажу, слава Богу, что не получается. До тех пор, пока вот ситуация будет на том уровне, на котором она находится сегодня, у нас будет система сдержек и противовесов. И это на руку прежде всего одесситам, жителям области. Когда власть сливается на всех уровнях воедино, вот тогда наступает диктатура. Літній театр. Що має бути на його місці? Чи він має бути існувати в своєму теперішньому вигляді? Ну, в своем сегодняшнем состоянии он не должен, по моему мнению, существовать, потому что там, к сожалению, руины, которые были заброшены в свое время, да, потом был ряд перепродаж, и вот сегодня мы имеем достаточно заброшенную территорию в центре города. Хотя активисты там своими силами ее регулярно убирают, пытаются проводить какие-то мероприятия, но их сил недостаточно. Эта ситуация, эта территория должна, безусловно, являться общественной площадкой. Она должна привлекать одесситов так, как их привлекает, допустим, Летний театр. Там должны проводиться какие-то... Зеленый театр, прошу прощения, оговорилась. Там должны проходить какие-то культурные, значимые мероприятия. То есть, безусловно, это не должен быть торговый центр, как это планировалось там, собственником изначально. Ни о каком торговом центре в историческом ареале, тем более у нас уже есть один на Дерибасовской. Типовий конфлікт – Одеса, море, літо, доступ до пляжів. Що важливіше – право людей на пісок чи розвиток бізнесу на пляжах? Почему мы должны все время выбирать, что важнее? Давайте говорить о том, как найти вот, точки соприкосновения. Безусловно, бизнес должен развиваться, потому что каждый турист, он приносит деньги в Одессу. Если он, как говорится, приносит их не напрямую вам, то он вкладывает их в экономику города. Вы все равно ощущаете этот приток денежных средств, повышается уровень жизни. То есть туристы для города важны, если мы декларируем, что мы туристический город. А мы туристичное место? Ну, по крайней мере, мы сейчас мы декларируем об этом. С учетом аннексии Крыма количество туристов в Одессе увеличилось. Но увеличилось ли качество, улучшилось ли качество предоставляемых услуг? Вот здесь как раз и кроется загвоздка. Наш турист не стал еще настолько требовательным. То есть мы привыкли к сервису за границей, но мы не научились требовать и голосовать своим кошельком дома. Когда мы перестанем закрывать глаза, допустим, на откровенное хамство, когда мы начнем бороться, не бороться с бизнесом, а влиять на бизнес экономическими какими-то санкциями, да, то есть мы перестанем ходить вот в заведение, где там вам нахамили, тогда все-таки, когда мы будем акцентировать внимание на сервисе, так, а не закрывать глаза и молча это проглатывать, тогда все-таки эта ситуация изменится. У города есть рычаги, инструменты регулирования этих услуг, количество этих услуг на пляже и все-таки качество. Поэтому здесь необходимо все-таки принять новые правила благоустройства и четко в них прописать, каким именно образом будут предоставляться те или иные платные услуги. Оті знесення на пляжах, які були цього літа від мерії, це якісь фейкові знесення, як кажуть, це вибірковість якась, ми бачимо її, чи це справді знахабніли підприємці, яких поставили на своє місце? Ні, зноси не фейкові, але це показательне виступлення, на мій взгляд, зі сторони муніципальної безпеки, Одеського міського совету, ні системної роботи. Історичні будівлі, які руйнуються, і їх доля. Наприклад, будинок Палац моряків на Приморському бульварі. Його планують перебудувати в готель. Так чи ні? Ні, нічого плохого в будівництві готелю на Приморському бульварі. Але цей готель, який там планують розмістити, має зберігати, прежде всего, то архітектурне наслідя, яке нам оставили наші предки.
он не должен превышать высотность. Как мы видели, вот проект, который, с которым нам удалось ознакомиться в управлении архитектуры, но он же уродует фактически Приморский бульвар. То есть будет один из корпусов этого отеля возвышаться над всем Приморским бульваром. То есть не будет уже панорамной картины вот той, которую мы видим на сегодняшний день. Этого ни в коем случае нельзя допускать. А сама идея отеля, ну, пожалуйста, то есть это бизнес, но этот бизнес должен быть социально ориентированным. Он должен все-таки сохранять традиції того города, в котором он хочет работать. Теж питання про масонський дім, який нещодавно придбали структури близькі до панів Кисловських. Як зараз контролювати те, щоб на його місці не з'явилася якась там багатоповерхівка, а щоб його зберегли в історичному вигляді? У Одеського міського совету вже 2 роки, як є всі рычаги для контролю над такими застройками, да, спорными или, допустим, угрожающими. Буквально с началом децентрализации в полномочия Одесского городского совета передали и полномочия ГАСКО. Фактически у нас сегодня есть управление архитектурой, которое выдает условия и ограничения. Они, в свою очередь, ложатся в основой для получения декларации ГАСКО. Поэтому, когда вам говорят наши чиновники городского совета, что вот кто-то там что-то самовольно выстроил, ну вот пойдите вы сами и попробуйте что-нибудь выстроить в центре города. Я уверена, дуже к вам придут очень быстро. Від міського назад до особистого. Політика чи бізнес? А что мне ближе? Так. Вы знаете, на сегодняшний день мне ближе политика. Бизнес всегда интересен, но бизнес-депутата не должен быть связан с бюджетом. Як зробляєте на життя? Тоді наступне питання. Я работаю, безусловно, в бизнесе. Я финансовый директор компании. До этого много лет работала главным бухгалтером. Я так и продолжаю заниматься. Так, я бачив декларацію. Там у вас є 95 біткоїнів, які багато обговорювали. Звідки, поскільки брали і який зараз у вас портфель? Чи це просто біткоїни, які собі лежать там і ви їх не трогаєте? Ні, ну чому? Брали ще, мабуть, якщо я не ошибусь, скажу, в 2013 году, тоді, коли ще це не було. Це хтось порадив, чи ви у темі? Ну, я фінансист, і, як говориться, коли вийшов новий фінансовий інструмент на ринок, було всім цікаво спробувати. Но тоді ще ніхто не придавав значення, ніхто, скажу чесно, особо не вірив, що ціна цього біткоїна увеличиться там 100-кратно. У 13-му це по скільки? По 200, по 500? Ні, тоді ще ціна була порядка $30 за штуку. Файна інвестиція. Якась порада для молодих інвесторів є? Ну, есть, помимо там биткоина, появилось уже достаточно большое количество криптовалют, да, это и эфир, и квантум, различные валюты. Мой совет, возьмите недорогую валюту, которая только заходит на рынок, и попробуйте свои силы в ней. Позже, когда вы наберетесь опыта, когда вы поймете, как работает рынок, вам будет легче уже обращаться с большими, оперировать крупными суммами. У вас есть в декларации такая юридичная особа, называется спецзагин. Что это? Это общественная организация, которая в свое время была создана, она не функционирует. Типа охоронной фирмы? Нет. Если, прошу прощения, там, по-моему, все-таки юридическое лицо, не общественная организация. Так, лично особо спецзаим. Да, это была фирма, но она не функционирует, хозяйственной деятельности не ведет на сегодня. А что планировалось? Охоронная фирма? Да. Это в буремные часы 2014 года? Да. Разумею. Карьера чи родина? Сім'я завжди на першому місці, але не буду скривати, я достатньо амбіціозна і дійсно з удовольствием строю свою кар'єру. Ну, ми бачимо, що амбіції є. Кар'єрна планка на 5 років. О, ну, хотите так, чтобы так я сразу... Разбила? Конечно, есть, но я не буду все-таки раскрывать свои карты предварительно. Добре, тоді так. Верховна Рада чи крісло мера Одеси? О кріслі мера точно не думаю. Але у фантазіях, можливо, що цікавіше? Місцеве самоврядування чи київські серйозні розклади? Після початку децентралізації, на самом деле, більше шансів змінити качество життя, именно у депутатов местных советов. Очень много вопросов, и полномочий, денег ушло на местные уровни. И это действительно наш шанс. И если бы, допустим, у нас был немного другой состав Одесского городского совета, эти изменения происходили бы быстрее. На центральном уровне когда-то действительно была большая политика, большая игра. Сегодня
все-таки, если вы хотите заниматься политикой не ради бизнеса, а ради политики, ради системных изменений, то тогда вам на местный уровень, там вы можете напрямую увидеть результат приложения своих усилий. Але ж депутатського крісла куди на місцевому рівні рости? Тільки у мерське? Ну, з депутатського крісла можна либо продовжувати займатися тим, чим ти займаєшся, спробувати переізбратися на новий срок, спробувати якусь там, допустим, да куда угодно, собственно. Если это говорим о выборной должности, можно баллотироваться в Верховную Раду, областной совет, местный совет. Ну, ви кажете, що місцеві зараз цікавіші, тож я роблю висновок, що ви плануєте якось бути пов'язана з самоврядуванням місцевим. Пока я вообще никуда не планирую. Местные выборы у нас плановые в 2020 году, поэтому до 2020 года пока что. До речі, поза панові потрібні дострокові вибори мера чи місцевої ради в Одесі? Внеочередные выборы, вот я не, честно скажу, я не сторонник внеочередных выборов. Все-таки я сторонник того, чтобы одесситы ходили на выборы, голосовали осознанно, а не так, как на сегодняшний день у нас там явка составляла на последних выборах порядка 35%. Когда вы рассуждаете, что от вас ничего не зависит, на самом деле это не так. Если вы придете на выборы, проголосуете, ваш голос будет учтен. Вот, допустим, возьмите данные мониторинговых каких-то организаций, которые следили за выборами. Процент фальсификации ничтожно мал. Основное, там, основная манипуляция, которая происходит, это подкуп избирателей, там всевозможная гречка во всех видах и низкая явка. Вот здесь и кроется угроза. И мне все-таки хочется, чтобы одесситы стали ходить на выборы, стали голосовать осознанно. Если не Труханов, то кто? Это самый главный вопрос, который должны задать себе одесситы. И до тех пор, пока мы не ответим себе на этот вопрос, любые рокировки в кресле мэра, они просто бессмысленны. Ідеї якісь у вас є щодо особи? На сьогоднішній день по там вот результатам соцопросів, по предпочтенням одесситів, альтернативи на сьогодні, к сожалению, ніхто із опозиційних партій не виростив. Но у нас ще є 2 роки, і я сподіваюся, що все-таки совместними усиллями можна буде виставити якусь одну кандидатуру. Де шукати її? У народі, серед активістів, серед політиків, які вже існують? Ну, є ще, допустим, бізнесмени, є... Все-таки крісло мера – це та должність, яка постоянно будет вводить вас в конфликт с теми или иными группами, допустим, влияния бизнеса в Одессе. Поэтому у вас должен быть источник дохода, который вам позволит все-таки независимо принимать решения. Дякую за розмову. Мені було цікаво. Взаимно, спасибо. Приглашайте еще. Обов'язково. Це була редакція. В гостях у нас була депутатка міськради Ганна Познякова. До побачення. Редакция.